Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Всем доброе-доброе утро. Всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Мы на завтрак и потом уже на процедуры. Чуть не знаю, какой мы день уже отдыхаем в санатории. Ну, в общем, живем на 5-м этаже. Спускаемся с вами по ступенькам, прогуляемся до столовой и пойдем на завтрак и на процедуры. Сегодня вот какая-то у меня очень интересная процедура с иглоукалыванием и подключение тока еще к иголке. Мне кажется, вот это вот сегодня. Ну, посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как прекрасно на улице. Птички поют. Когда вот живешь и вокруг тебя, ну, вот такая погода, ты думаешь, что, наверное, и у всех примерно так же. Но, увы, у кого-то уже тепло и вообще особо не было снега. И я знаю, что скучают по снегу, а у нас вот до сих пор его столько. Поэтому перед глазами картинка снега у нас и зимы. Столовую одной дорожкой. Ну что, мы на завтраке. У нас на завтрак. Доброе утро. Буду рыбу. А я омлет. Спасибо. А у тебя омлет. Покажи нам омлет. Свой аппетитный омлетик. Ну покажи. У нас уже голова закружилась. Омлет с отдельной колбаской. Это как... Вот. Творог, который усваивается только в 8 часов вечера, в кальций, да? Масло. А сегодня у нас сыробогато. И у нас, ну, чай с сахаром и хлеб, это все неизменное. А вот, что, всем приятного аппетита. Еще каша будет. Еще, говорят, друзья, будет каша. Даже не знаю, что лучше выглядит. Вот то или вот это. Мне больше это нравится, чем то. Прием полезного напитка в фитобаре. Вот так называется санаторий, про который вы спрашиваете. Находится он в республике Башкортостан. Юбилейный банный санаторий. Так что прием полезного напитка. Рекламки для гостей санатория. И мы с вами в фитобаре. Тут вот такой вот фитобар с разными чаями, напитками, кислородным коктейлем и совсем таким. Ну, мы, в общем, с процедуры возвращаемся. Тут прям лес. Просто в лесу мы с вами. Какую дорогу выберешь, туда и придешь. Ну что, побывала я на процедуре, которую так побаивалась, на которую идти. В общем-то, болевая зона
какая у вас на спине, там шейный отдел, грудной отдел или поясничный отдел, вкалывается, в общем, иголка, да, в эту болевую зону, там делает только врач, подключается к этой иголке ток, и плюс другие электроды еще тоже там на спине. Потом перекладывается на другой немножко участок, и, в общем-то, постоянно интенсивность включают, потом он как-то затихает, потом опять добавляют. Вот, и минут, наверное, 20 я лежала. Вот, в общем, оздоравливала спину. Все, сегодня процедуры все пройдены на сегодня. На улице вообще так тихо, так хорошо потеплело по сравнению со вчерашним днем. Хотим после обеда поехать на горнолыжку, покататься на лыжах. Ой, как птички поют. Тихо, нет ветра. Ой, красота. Зима какая. У нас еще зима, хотя весна, но на улице снег и зима. Так, ну что у нас на обед? Огурцы с помидорами, коржики, у нас бананы, вот, суп. Что-то на горячем. Нам приближается целая тележка еды. Что там сегодня? Котлеты с рисом и мясо с овощами. Потихоньку разбираю, боюсь не доесть. Я буду мясо с овощами. Ну что, друзья, мы с вами на ГЛЦ Банная. Моя машина. А вот... Если кому интересно, то, говорит, не показываю машину. Ну, вот номер не показываю, а машину показываю. Hyundai Tucson. Сейчас пойдем с вами на, в общем-то, на горнолыжку. Кататься, друзья. Погода сегодня солнечная, прекрасная. Настроение отличное. Так. Я в ботинках горнолыжных, понятно, поэтому так шагаю. Очень так интересно. Видно? Не знаю, что вам видно. Ну, в общем, идем плавно покупать скейпасы на 2 часа. И кататься. Ой, ботинки плохо застегнула, слабо. Нога шевелится. Перестегну. Не знаю, что ли хорошо застегнуть, чтобы ногти не сломать. Как-то надо умудриться. Ой. Смотрите, как солнечно. Кафешки. Кто кушает, кто хэппит.
стало уже солнце. Немножко стало садиться. Трассу немного подмораживает. Уже не такой рыхлый снег. Комфортнее, кстати, кататься. Потому что все-таки, когда снег такой кашеобразный, это не очень. Ну что мы хотим? Все-таки у нас март месяц. Соответственно, погода-то все равно уже не мороз, когда снег прям такой, да? Но обледенения нет абсолютно. Снег просто такой кашеобразный, рыхлый. А вот. Людей много на горнолыжке. Приходится долго в очереди стоять на подъемник. Поэтому в тот раз мы приезжали, даже больше раз, мне кажется, скатились за это время, чем сегодня. Сегодня реально много народу. И, соответственно, в очереди дольше стоишь, нет, и меньше получается, что можно раскатить. Мне кажется, у меня Максим попытался снова пойти. Мне кажется, я не успею уже. Как хорошо-то пошло! Так не было днем, когда было солнечно. А сейчас прям вообще прекрасно просто, друзья, я бы вам сказала. Прям долетели. Ой, а? Чего ж ты не смотришь? Останавливай. Поехали. А вилы прошли? Ага. Блогером я бы явно вам бы не снимала, поверьте мне, я просто каталась, как все нормальные люди, да? Все, пошли мы к машине обметать лыжи. Щетка есть для чистки машины. Обметем лыжи ей. Ты мне что-то хочешь сказать? Лед здесь. А, лед, ну да, можно хорошо поехать.
Парковка платная. В это, если в камеру хранения сдавать, все платное тоже. И пас продают на 2 часа, на день, на 4 часа. Что тут у нас сегодня вкусного дают? Я тоже буду это... Ага, хорошо. Спасибо. Картошка с курицей. Картошка с курицей. Где выбираете? Можно петь, пожалуйста? Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.